Сегодня в Москве стартовала российская энергетическая неделя. Здесь обсуждают глобальные вызовы отрасли и пути решения возникающих проблем. Среди участников форума глава республики. С места событий Дмитрий Ковалев. Газ, нефть, вода, электричество – все это энергетический комплекс страны. Его перспективы обсуждают участники международного форума. Он проходит в центральном выставочном зале «Манеж». Среди ключевых тем – цифровая трансформация сетей и переход на альтернативные источники. Неспроста рядом с городами начали возводить солнечные станции. И все больше автомобилистов по всей стране переводят машины на метан. И так будет продолжаться, отмечают специалисты. Глобальные тренды не остановить. Надо решать одну из ключевых задач – экономить природные ресурсы. Тем более, что ситуация на нефтяных рынках сейчас неопределенная. Мы понимаем баланс спроса и предложения. Мы вместе с другими странами проводим соответствующую координирующую работу, связанную с тем, чтобы с точки зрения фундаментальных факторов этот баланс спроса и предложения держать более-менее в нужном русле. Первые шаги на пути цифровизации сетей сделали предприятия республики. В этом году в кооперации производителей была выпущена и уже испытана интеллектуальная подстанция. Ее заказчиком выступила крупнейшая корпорация по добыче газа, работающая на Ямале. Губернатор округа Дмитрий Артюхов отметил, что взаимовыгодные контакты регионов будут укрепляться и дальше. Ваши производители достигли хорошего уровня и качества. Тут точно продукция будет востребована. Но я думаю, что это начало успешного проекта. Перед производителями, работающими на нужды энергокомплекса, открываются новые перспективы. Речь идет о расширении объема выпуска импортозамещающей продукции, отметил глава региона. Мы представлены как регион здесь, как лучшие практики. Выпускают наши предприниматели и организации более 108 тысяч изделий и товаров. Город Чебоксары имеет на рынке энергетической системы России не менее 40%. В республике развивается и рынок газомоторного топлива. Регион вошел в число получателей субсидий на строительство новых заправочных станций. Мы работали и будем работать в вашем регионе, тем более ваш глава администрации очень хочет, чтобы там этот процесс дальше двигался. Спасибо. Жилищно-коммунальному комплексу также необходимы новые технологии. Среди стандартов, которые должны соблюдать подрядчики, возводящие дома, энергоэффективность. Еще более, как вы знаете, амбициозной целью установлены в энергетической стратегии нашей страны. В ней предусмотрено снижение удельной энергоемкости валового внутреннего продукта не менее чем в 2-3 раза. В рамках национального проекта регионы страны наращивают темпы строительства. Перед властями субъектов обозначили и приоритеты. На 1 сентября у нас с вами ввод составил 42,3 миллиона квадратных метров. Отрасль демонстрирует рост. Совместно с региональными муниципальными командами, застройщиками и банками создана такая площадка, которая практически будет работать ежедневно. Деловая программа форума довольно насыщенная и для официальной делегации республики. Михаил Игнатьев встретился с руководителями федеральных ведомств, главами субъектов и потенциальными инвесторами. Ожидается, что в рамках российской энергетической недели предприниматели заключат многомиллионные контракты. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика из Москвы.